пожалуй, все. Вечер встречный усиливается. Я понимаю, почему же любите ветер. Но он разумно пользует. Волна уже больше метра. Я думаю, она не будет рисковать сегодня, чтобы на берег уйти на пойдет. Хотя почитать вот такую. Это просто смешно. Якобы нужно найти самую большую волну. А потом еще вести блесну с ее скоростью. Вот такое чувство, что человек вообще на море ни разу не был. Волна идет километров 10 в час. Как минимум. 8-10. Какая катушка сможет с такой скоростью мотать? Да еще советы такие тоже вот. Приходите на море сразу после шторма, когда вода мутная. И будет вам счастье. Такое чувство, что просто издеваются люди. Доверчивые рыболовы. Нужна волна. Иногда мы течем, но в разумных пределах. Ну и время суток, естественно. Может быть, ближе к вечеру, что-нибудь бы еще и было. Полный вариант.